Приветствую вас. Работа с мышлением и установками, она, в принципе, более чем возможна, более чем реальна, она более чем возможна. Вот. Другой вопрос в том, насколько вы вообще к этому готовы. Другой вопрос в том, насколько вы этого вообще хотите. Вот. Потому что, судя по вашему вопросу, судя по тому, что в течение достаточно долгого времени от вас нет никакой обратной связи на, ну, на сайте, да, вот. У меня есть такое, вот, такое предположение, что вам это, может быть, ну, может быть, вам это не особо нужно, просто. Хотя, конечно, я могу ошибаться, могу быть неправ, но, тем не менее, да. То есть, по факту, вы даже не раскрываете сути своей проблемы. То есть, вы говорите, что у меня негативные мысли, вы говорите, что я мыслю негативные, вы пишете, что вы не слышите свои желания, вы пишете, что постоянно саморефлексируете, вот. Это все понятно, но из-за чего это стало? Почему это стало возможным? Вы об этом ничего не говорите. Хотя это, в общем-то, очень важный момент в решении вашей проблемы. В купе с этим ваш, скажем так, запрос на помощь и поддержку, вот, ну, выглядит как позиция жертвы. То есть, с одной стороны, вроде бы, я готова что-то делать, а с другой стороны, нет. С другой стороны, не совсем готова. А то и, может быть, даже вообще не готова. Вот. Так это выглядит. По крайней мере, исходя из вашего, ну, вашего текста, по крайней мере. Теперь давайте попробуем рассмотреть более подробно ваш текст. Сейчас нахожусь в очень трудной психологической ситуации, созданной и подкрепленной моими неуверенностью и никчемностью в себе. Неуверенность в себе – это сомнение, как я надеюсь, вы понимаете. То есть вы в чем-то, вот именно в чем-то вы сомневаетесь в себе. Вопрос, правда, заключается в том, в чем именно вы
сомневайтесь, конечно. Но тот факт, что сомнение есть, он, на мой взгляд, достаточно очевиден. Вот. Так что, значит, вы сомневаетесь в себе по ряду причин. И, на мой взгляд, нужно определить, почему вы сомневаетесь в себе и в чем вы сомневаетесь в себе, с чем это, собственно, связано, да? Как это завязано на вас. Вот, дальше, никчемность это обесценивание, то есть вы себя по факту обесцениваете. Что такое обесценивание? Это, по сути, возведение в абсолют, чужой позиции. То есть не своей позиции. То есть свою точку зрения, да? Вы обесцениваете, по факту, вот. И мне кажется, что можно и нужно вам помочь это преодолеть. То есть, во-первых, определить, чьей позиции вы пытаетесь следовать, чьей позиции вы пытаетесь следовать, и почему, да? То есть, почему вот чьё-то мнение вы ставите выше, допустим, своего. У этого тоже, я полагаю, есть свои причины. Вот. Ну и, да, и дальше все-таки определить и выделить свою собственную систему ценностей, да, свой собственный фильтр. Вот. Также говоря о том, что вы никчемно, речь идет, конечно же, еще и о том, что вы придерживаетесь полезности. То есть вы считаете, что вы должны быть полезны. Но польза сама по себе — это такая штука, которая всегда оценивается другими людьми. Не самим человеком, а другими людьми. И в этом главная, в общем-то, сложность. Потому что, стремясь к пользе, вы
всегда будете в той или иной степени от кого-то зависеть. Понимаете? Ага. Мне не кажется, что подобная история принесет вам пользу. То есть вы же хотите стать независимой. Если вы хотите стать независимой, то о пользе придется забыть. По крайней мере, о том, что вы должны быть обязательно к чему. А то тут получается, к сожалению, ну, противоречие. Вот. И в итоге как-то цели не добьетесь вы своей. То есть, по сути, я говорю о переходе, от восприятия культуры, значит, полезности к восприятию культуры достоинства. Но это именно вот если мы говорим о культурах. То есть мне кажется, что в этом контексте у вас есть проблемы достаточно серьезные. То есть вы во главу угла вы ставите именно свою полезность. Вот. И из полезности вашей уже вытекает достоинство. Но правда в том, что происходит все наоборот. Из достоинства вытекает польза. Понимаете? Дальше, так, не знаю, как избавиться от годами созданного мышления. Еще одна, собственно, ошибка, потому что от мышления избавляться не нужно, оно вам для чего-то необходимо, вот, но выполняет какую-то функцию ваше мышление. Поэтому избавляться от мышления ни в коем случае не стоит. Но ваше, оно вам нужно и так далее. Но подкорректировать его, я имею в виду мышление ваше, подкорректировать. В принципе, мой. Но не избавляться. Понимаете? Избавляться, это значит ломать. Мы все-таки, ну, давайте, вот именно ломать, да, именно ломать, давайте мы не будем. Не будем ломать вас, не будем ломать ваш характер, вашу личность. Вот. Мне кажется, что ничего хорошего из этого не получится. Вот. Просто то мышление, которое создавалось у вас, оно создавалось под действием каких-то факторов. Вот. И, собственно, возможно, с этими факторами нужно поработать, чтобы вы смогли изменить к ним свое отношение, вот, в первую очередь.
А дальше уже будет куда более понятно, да, что вы хотите, что вам нужно, к чему вы стремитесь и так далее. Вот. Я думаю так. Дальше, так, совершенно непродуктивно, наверное, наоборот, еще более угнетающе, много нелюбви, ненависти к себе, а ненависть к себе, она вообще откуда? То есть, знаете, ненависть к себе, это чувство, это чувство весьма сильное, я бы сказал. Я не уверен, честно, что вы себя ненавидите. Вот. Потому что ненависть — это очень сильное чувство. Так что, нет, дело не в том, что я вам не верю. Вот. Просто ненависть — это очень сильное чувство. Если вы себя ненавидите, то за что? Я не хотел бы вам подсказывать, не хотел бы вам помогать в том, чтобы преследовать этот момент. Но любовь к себе — это не принятие. А ненависть — это что? Ненависть — это обвинение? Получается. Или как? Опять же. То есть я бы хотел, чтобы вы раскрыли этот момент. Постарались раскрыть, по крайней мере. Сейчас все желания только в одном направлении — обрести себя, сумеет довериться и выработать чувство любви и интереса к людям и миру. Но сперва нужно принять себя. Вот тогда можно сделать это. Научиться генерировать идеи и достигать целей. А о каких целях речь вообще идет? То есть, ну вы про какие... Вы про какие цели говорите? Про какие идеи вы говорите? Вот. Чтобы генерировать идеи, нужно не одно условие. К сожалению или к счастью, но не одно условие нужно для того, чтобы генерировать идеи. О каких целях идет речь? Тоже кажется мне достаточно важной эта история. Достаточно важный этот момент. Важным этот момент, кажется. Так, научиться, самое главное — найти свои желания, поскольку все, что я хочу, мне кажется очень плохими, не моим. Ну, это и есть ваши желания, просто вы их обесцениваете. Не нужно избавиться от стрессов, постоянной саморефлексии, анализа происходящего, это контроль, личные границы. В общем, я не знаю, кто я, вижу только очертания, но меня не привлекает оно. Ну что ж, давайте исследовать, выбирайте себе психолога и начинаете работать. Я думаю, каждый из нас будет готов вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.